Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Сегодня мы с вами посмотрим на обновление, которое вышло очень, да, вроде как давно, уж, наверное, неделя, а может быть и нет. Под номером 038, по номеру 038, я там что-то все подвисло. Загружается вообще, нет? Хрен его поймешь. Загрузилась, собственно-то. Мы уже с вами настолько, короче, четкие парни, представляешь, что разработчики... Ой, в смысле, разработчики, говорю, эти... Переводчики уже сами переводят, короче, нам на почту свои переводы, чтобы мы читали их и не парились, и не искали, короче говоря, как-то так, да. Бляха, вылези отсюда. Мы сегодня с вами попробуем... сколько время? Просто если темнеет, то лучше бы, наверное, поспать, а если не темнеет, то лучше, наверное, не спать. Да, попробуем. Зря, да? Серьезно, да? Блин, нахрена? Я хотел поспать, чтобы был день, а оказалась ночь. Ну да ладно, мы сегодня попробуем с вами добраться до пещеры, до кратера. Мне товарищ, который... Перевод прислал на почту, автор его, собственно, он это, написал мне примерный маршрут, как добраться, и сегодня попробуем с вами это сделать. Чё, серьезно, нельзя здесь на инвентарь достать? Вот это раз. И, возможно, у нас что-то получится вместе с черепахами, которые вылазят на землю, мы с вами попробуем вылезти в кратер, не знаю уж как-нибудь, может быть. Так, ладно, поехали, не будем останавливаться, не будем долго тянуть, просто вперед. Кооператив. Исправлена ошибка, когда огонь на коктейле Молотова выглядел по-разному у разных игроков. Исправлены проблемы с сохранением инвентаря у клиентов. Это все, представляешь, все, что по кооперативу было, вот все кончилось. Это какие-то чудеса, я вам хочу сказать. Просто вот так вот взять и закончить с кооперативом быстро. Правильно, потому что нехера, здорово, Маринка. Ха-ха, тебе повезло сегодня. Потому что нехера так долго с этим кооперативом возиться. Дальше, аудио. Исправлены отсутствующие звуковые эффекты для двери в пещере на дне кратера. Летучие мыши будут чаще вылетать из пещер, повышен и улучшен звук их визга. Исправлен отсутствующий звук при открытии книги. Да, что-то есть. Улучшен звук при перелистывании страниц в книге. Исправлена ошибка, когда мутанты издавали... Да, я гонёк. Спасибо. В пулях где я? Исправлена ошибка, когда мутанты издавали звуки, когда игра стояла на паузе. Звук авиакатастрофы будет постепенно затухать, если эта сцена была пропущена. Новый звук скрипа ветвей для большого дерева. Улучшены звуки в пещерах, теперь более разнообразны. Звук зависит от того, в узком помещении вы находитесь или наоборот. Добавлен новый звук тушения коктейля Молотова водой. Это все. Плюс-минус по балансу. Увеличен диапазон обнаружений игрока по его ходьбе. Ну охереть вообще, меня и так слышали через полкарты. Почему теперь меня должны слышать еще где-то? Что за херь? Я, по-моему, вижу то ли аборигена, то ли камень, не пойму, сориентироваться-то. Мы сейчас с вами пойдем на ледяной остров, и там вроде как можно перебраться в кратер, если я все правильно понял по сообщению, а если нет, то нет. Аборигенные животные. Аборигенные мутанты будут чаще отходить, убегать от брошенных бомб. Если вас разбудили аборигена, или они слышат вас ночью, то они будут идти в сторону источника звука. Увеличена скорость и агрессивность бледных мутантов. Увеличено здоровье тощим аборигенам из пещер. Да вы че, бляха, этих тощих аборигенов из пещер, по-моему, не хватает только изнасиловать. И что с ними делать? С ними делали уже все. Повышали здоровье, повышали атаку, уменьшали здоровье, уменьшали атаку, повышали респаун, уменьшай респаун, с ними вообще они какие-то, не заслужили такого обращения, я не, уважаемые люди, в конце ткани, что такое? Какие, я имею в виду, цвет и ягод, нет, не буду рисковать, ночью не видно ни хрена, с ними постоянно что-то делают, эти тощие аборигены вообще какие-то, знаешь, такие жертвы оказываются в этой игре. Увеличена скорость и агрессивность бледных мутантов. Бледных, ну ладно. Многоногий мутант теперь быстрее и агрессивнее при атаке. Многорукий мутант теперь быстрее и агрессивнее при атаке. То есть и многорукие мутанты, они теперь агрессивнее при атаке. Ну хорошо. Новые анимации смерти и атаки у многорукого мутанта. Новая анимация атаки для толстого мутанта. Бляха, они прям постарались, да, поработали над мутантами. Они теперь тут мутят, там мутят. Короче, тут умирают, там подбадривают, тут подбивают, тут догоняют, убивают. Охереть. Пещеры, в которые мы, собственно, с вами сейчас и должны... Ух, там луна, смотри. Хорош. Она, блях, как метеорит какой-то. Я бы такую в жизни увидел, наверное, просто присел бы и плакал. Ты посмотри, как это страшно смотрится. Луна вот так вот, здоровый объект, она прям заметно садится. Она прям, ее реально видно, как она быстро садится.
Значит, скоро расцветет. А, пещеры. Изменено положение противников в первых, восьмых и десятых пещерах. Исправлены пересекающиеся палочки в первом пещере. Лампы в пещерах теперь светят ярче. Да что такое? Исправлены черепа внутри стены в первой пещере. Убраны текстуры костей из комнаты, где лежат рисунки Тимми. Закрепили, запомнили, поехали дальше. А в первой пещере убраны старые камни. Исправлены некоторые текстуры камней. Я так и обосраться могу, серьезно. Ну-ка нахрен, пропусти меня, пожалуйста, домой. Там какой-то дурак воет, не хочу я. Да, кстати, еще правильно, как кидаться камнями, надо куда-то что-то положить, судя по всему. Да хватит срабатывать, ловушка, ты че? Блин, как живой, я посмотри на него. Пусть пока горит. Мне нужен камень, вроде как. А у меня камня-то и нет, представляешь? Я должен был положить его вот сюда, а потом они отсюда заряжаются, и так работает катапульта. Но с маленькими, наверное, это не прокатится, поэтому я не буду особо париться, особо пыжиться и особо пробовать. Хотя, давай найдем камень и попробуем. Нет, нет, нет. А вот камень, отлично, ну-ка иди сюда. Дай-ка я попробую. Да уйди отсюда нахер, слышь! Как дам сейчас, бляха, топором. Будешь знать, как ко мне лезть, собака ты такая. Блин, не зажимайте меня, пожалуйста, пацаны. Спасибо. Какие охеренные у меня постройки здесь. Так вот, мы берем камень. Где он? Вот он. Попробуем его взять, положить сюда на С. Ага, и теперь можно заряжать, по-моему. Ну-ка. Ха-ха, в натуре. И что ты не летишь? О, куда-то полетел. Ну, хорошо. Да отцепись, да все, не надо мне. Ну, мы хотя бы попробовали, как летают каменюки, это уже хорошо. Так, ладно, пойдем вон там через секретный выход выйдем. Кто мне тут бревно повалил? Что за херня? У меня кто-то коктейль кинул, что случилось? Слышь! Что происходит? Они в меня коктейлями кидаются. Хорош вообще. Так, чувак, отстань от меня, пожалуйста. Я пошел просто вперед с зажатым блоком. Уйди. А, ты живая, что ли? Что, подожди-ка, мать. Что-то они так хорошо стали дышать. Все, не мучись. О, Маринка. А ты живой, что ли, еще тоже? Маринка приехала пожрать. Так, хорошо, ладно. Что-то страшно как-то было здесь ночью. Но ночь быстро прошла. Серьезно? Это что, месть? Чувак, это месть? Пойдем, мой топор готов. Поехали. И... Давай. Ну и пошел в жопу. Так вот, исправлен труп в пятой пещере, который висел неправильно. Текстуры Библии в пещерах теперь ярче. Исправлены проблемы с разбиванием сталагмитов, улучшено столкновение с камнями и стенами. Отрегулированы трупы теннисистов, чтобы они находились в камнях и так далее. Добавлены новые палатки, в которых можно сохраниться. В пещере... Хорош, в пещере сохранения это очень полезное дополнение. Серьезно, прикинь, вообще довольно новые палатки, в которых можно сохраниться. То есть, мы теперь, ходя по пещере, просто можем раз и сохраняться прямо внутри них. Это, кстати, классно, серьезно. Просто раньше, как бы, приходилось постоянно сохраняться перед пещерами. И то есть, туда заходишь, и все, либо ты умираешь, либо ты выходишь победителем. А теперь можно спокойно сохраняться и жить. Жить прям в пещерах, идти куда-то дальше, исследовать, не боясь там помереть. Блин, это классно. Заменены старые модели ламп с черепом на новые. Улучшен вход в седьмую пещеру. Улучшено освещение в седьмой пещере, теперь больше источников света. Исправлены дыры в седьмой пещере, в которой можно было провалиться сквозь текстуры. Обновлены враги в пещерах, теперь находятся на протяжении всей пещеры, а не на отдельных участках. Уменьшено окно в восьмую пещеру. Бляха, нормальные входы в пещеру есть вообще? Нет текстуры, какие-то дырки, окна, херокна, что происходит? Исправлена ошибка, когда дверь появлялась на дне кратера. Исправлен слишком низкий потолок в восьмой пещере на подходе к кратеру. Это мы сейчас, по ходу дела, идем в восьмую пещеру, потому что, если я все правильно понял, мы пойдем вперед на снежный остров, войдем в пещеру, и появится, наверное, наша туша в кратере, возможно. Исправлена ошибка, когда обновлены враги в пятой пещере. В пятую пещеру добавлены батончики и газировка. Стены из гранита были заменены на стены из минеральной породы. В пещере... Какая разница? Гранит, порода? В чем? Ну придумывают тоже. Гранит, порода. Чего не нравится? Кто меня ударил вообще? Что за беспредельщики? Да не надо никому звонить.
Кто-то бежит за мной. В пещеры добавлено больше толстых мутантов. В пещеры добавлены маленькие камешки, значительно могут помочь вам при стелсе. Бросайте их как отвлекающий маневр. То есть это тебе реально работает? Теперь, когда ты вот так вот делаешь, да, ты же теперь при стелсе получаешься, когда ты приседаешь. Хотя сейчас это не работает ни хрена, потому что за мной идет абориген. Но здесь появляется глаз. А это означает, что я вроде как на стелсе, и маленькие камушки, которые совместно с теннисными мечами раздражают меня с самой первой серии, они, получается, теперь вполне себе способны как-то помочь при передвижении игрока по тем же самым пещерам, например. Это прикольно. Вдвое снижено разрешение сетки построенных зданий. Это, если что, по производительности, опять-таки, очередной бесполезный пункт, которым я не разбираюсь, которым никто не разбирается, который нахер никому не нужен, но они считают нужным его написать. По улучшениям. Улучшено расположение крыши, появилось автозаполнение. Если ваше горящее оружие было потушено спуском по веревке, вхождением в воду, например, то его можно заново поджечь без использования новой ткани. Вхождением в воду было потушено оружие, и его можно зажечь без использования новой ткани. Ну ладно, спуском по веревке потухло от ветра. Это я понимаю вполне себе, почему бы нет. Но, бляха-муха, когда человек заходит с какой-то палкой, намотанной, с намотанной на нее тканью, заходит в воду, мочит нахрен эту тряпку, и она почему-то потом просто вот так вот берет и зажигается без второй намотки. Это, блядь, дебилизм, вот серьезно, как это еще назвать? Тряпка сырая, какого хера ее не надо наматывать по новой? Надо взять новую, сухую, хорошую тряпку. Почему это я должен поджигать? Ну, в смысле, я-то должен, ладно, мне-то как бы, наоборот, радоваться надо, что она может зажечься. Но, блин, где правдоподобность, где логика вообще, где все это, которое должно было бы здесь присутствовать? Ну так вот. Отставим, так сказать, возмущение, продолжим. Сцена падения самолета и похищения Тимми теперь может происходить и ночью. Динамит можно крепить к стенам и к деревьям. То есть мы теперь не только стелсовик, да, мы теперь еще какой-то нический такой классный подрывник, я бы даже так сказал. Так, нам надо с вами найти дырку, в которую можно залазить и из нее идти строго по насыпи. И упереться во вход в пещеру. Вроде как так мне объяснили. Вроде как так написали. Вроде как так мы сможем попасть в кратер. Потому что вроде как хотели попасть в кратер. Отлично. Спуск я нашел. Ага. И как-то... Ну окей, пошли. Не избиваемся. Идем просто по насыпи, все будет хорошо. Дальше. Игрок после падения, получения урона или смерти будет лежать в соответствии с углом местности. Улучшено столкновение сигнальных ракет, выпущенных из ракетницы. Теперь лучше работают в пещере, но сильно привлекают врагов. Скорее всего, потому что какая-то буковка пропала. Внешний вид. Улучшена местность старого съемочного лагеря. Добавлены новые реквизиты. Улучшен, бляха, внешний вид мух. Серьезно, здесь мухи добавлены были, ну это прям вообще огонь. Хорош, пацаны, не бейте меня. Улучшим, бляха-муха, вы чё, обкурились что ли? Какого хер здоровье меня убывает, алё, товарищ, лежать нахер я сказал. Лежать, суки, чё делают, ты посмотри, чё творят, а? Чё творят собаки? Так, вы завязывай с этим, где вы? Какие опасные суки, смотри, голые. Етит, твою мать, вы дайте мне до острова добежать или нет? Козлы. Кто живой-то? Ты что ли? Тварь. Блин, вот они мне прописали, короче, вообще неплохо. Это дают вообще, нет? Откуда, дружище? Он увернулся, смотри. Да ладно. От меня еще никто не уворачивался, конь! Еще кто-то бежит, да? Или мне показалось? Так, ладно, идем на снежный остров. Никуда не сворачиваем, возможно, у нас что-то получится. Я что-то прям вообще был в панике. внешний вид мух, это хорошо. А теперь темнее, особенно в пещерах. Немного изменено местоположение игрушки Тимми в самолете, чтобы лучше обратить на нее внимание. При попадании в мутантов будет появляться частицы крови. В сцену падения самолета добавлены частицы стекла. При разбивании сталагмитов на их месте будут оставаться пыль и маленькие породы. Я все правильно тут, нет? Никуда вроде не сворачиваю. Бляха, я не в ту сторону иду. Ну, конечно же, чего бы нет-то. Промахнулся чуть-чуть стороной, что поделаешь-то? А это что такое? А, так это... А, блин. Ой, я сквозь палатку могу пройти. Классно. Сквозь палатку обратно в сторону пройти. Это правильно же, да? А это еще один спуск? Серьезно? Ну окей. Блин, я что-то промахнулся направлением. Тут два, получается, входа, да?
Окей. Так, ладно, идем сюда. В сцену стены для альпинизма теперь ярче, к ним добавлены остатки старого реквизита. Немного изменено положение больших камней на дне кратера. Изменен внешний вид прицела, теперь в 3 раза меньше. Значок скрытности теперь менее прозрачный и находится немного ниже. Добавлена частица крови для ребенка-мутанта и его трупа. Так, я никуда не сворачиваю. Мне главное не сворачивать никуда, то я куда-нибудь сверну и не пойду куда. Ну так, куда мне надо. И, кстати, эта херня стала гораздо, по-моему, больше. Раньше здесь не было такой огромной херни. Раньше это вообще, как бы, местность, она была соединена, две этих лужи, они были вместе. А здесь отделили, теперь здесь, короче, одно озеро и вторая река. Охереть вообще, приколисты. Теперь я туда иду, да? Теперь туда. Так, ладно, изменено отображение брони на дисплее Hue, да и защита от холода при надетых сапогах и сколько не будет отображаться в худ. Надетая кожа оленя может быть убрана, уничтожена, как обычная броня, имея 10 хп. А топор альпиниста был перенесен в 9-ю пещеру. Количество черепах теперь ограниченное. Газировка и бумажные деньги не будут валяться в пещерах просто на полу. Теперь их нужно будет выбивать из трупов или находить в чемоданах и ящиках. Если вы находитесь в пещерной воде более 12 секунд, вы начинаете замерзать. А почему только в пещерной, мне интересно? Как будто здесь обычная вода такая теплая. Тут по ночам льды какие, здесь вообще он лед на острове. По ночам ливни, холодно, все дела. И какого-то хера замерзаем только в пещерной воде. Там, конечно, холоднее, я не спорю. Но если уж замерзаешь в этой, то замерзай в той. Че уж тут. Я правильно иду, нет? Иду в снежный остров, должен куда-то упереться. Пока вроде никуда не уперся. И вход в пещеру, вроде как, пропустить не должен. Но почему-то я не должен, если я могу. Ах ты ж, бляха-муха! Вот ты внезапный. Иди отсюда. Все, уходи. Так, пойдем попробуем сюда-нибудь повыше подняться. Дальше. Добавлено новые декорации в мире. Мусор возле палаток. Добавлены звезды на небо. Ранее были удалены. Че это? Добавлены различные циклы луны. Вот, кстати, наверное, из-за этого как раз-таки я и заметил эту здоровую луну, потому что она была наполовину черная, наполовину белая. Это, скорее всего, какой-нибудь у нее цикл был. И типа, это было классно. А это на самом деле классно было, еще и страшно. Так, допустим, Зимний остров, я здесь. Где мой вход в пещеру? Блин, тут прям снег идет. Как-то подправили, по-моему, здесь немножко Зимний остров. Он стал выглядеть немного симпатичнее, но бредово на самом деле. Вон там вон трава, а здесь сразу такой уже, знаешь, так глубокий такой снег. Ну и как, не глубокий, я бы сказал, а объемный такая уже насыпь. То есть тут он почему-то не тает, а там его нет. Это как-то не очень. Надо, наверное, сделать более плавные переходы, которые... Ну, как-то приятнее глазу, что ли, будут смотреться. И потому что это как-то херово, серьезно. Здесь сразу снег, сугробы, снеговика можно лепить, а там можно камнем голову кому-то разбивать. Это вообще как-то не так. Изменено. Я пропустил большой кусок почему-то. Количество черепах, ага, газировка... Ага, если вы находитесь в пещерной... Ага, книгу выживания теперь нужно будет подобрать в самолете после того, как вы разбились. Окей. Блин, я что-то, короче, так и пропустил, по ходу дела, пещеру-то. Я шел прямо, никуда не сворачивал. А это значит, что я должен был упереться в пещеру. Может быть, я чуть-чуть куда-то свернул, но это не факт. Будешь грибы? Нет, он хочет грибы, я не буду его кормить грибами. Давайте еще раз вернемся к этому месту. Допустим. В принципе, если как-то более тщательно воспринимать слова с письма... то мне написали, иди по песчаной насыпи и никуда не сворачивай. Я, собственно, иду по песчаной насыпи и никуда не сворачиваю. Если вы находитесь... Так, ткань на оружии будет сохраняться, если она была потушена, а не сожжена. При обычном нажатии на Lightable вы уберете зажигалку, при удержании достанете. В сцене весенней в пещере не будет отображаться ничего, кроме подсказки включить свет. Не будет отображаться дисплей интерфейса человеческого, который тут, наверное, в кружочке. Так, ну что, здесь нет ни хрена. Пойдем куда-нибудь вот сюда повыше. Если не найдем, значит не найдем, ничего страшного не случится. А найдем, так найдем. Не найдем, так не найдем. Подумаешь. Смысл основной это в обновлении, а не в том, чтобы мы нашли какую-то гребаную пещерку новую и попали в кратер, в который мы не можем попасть уже херову тучу лет. Блин, вообще, короче, я не вижу никого входа в пещеру. Вот ты вход в пещеру? Нет, ты не вход в пещеру. И нет нигде входа в пещеру. Так, добавлены различные циклы луны. Это мы на этом остановились. Новая постройка, дорожка из камней. При прокладывании разместить 2 полосы из камня, как бордюры. А может быть где-то тут, кстати говоря? Нет, правдопад, я ничего не слышал. Значит, наверное, где-то не тут.
И, кстати, здесь опять-таки странно, почему на острове снег, а вода не замерзшая. Даже никакой, знаешь, льдиночки такой нету, которая, в принципе, могла бы сверху образоваться, какая-нибудь ледяная корка. А вода вроде не теплая, не парит, значит, она обычная. Значит, хрен ее пойми, почему она здесь не замерзает. Здесь не хватает логики маленькой этому месту, этому снежному острову. Он как-то, знаешь, он... Вот по идее он, в принципе, нахер не нужен. С чего бы вдруг? Почему бы? Зачем? Какой нахер зимний остров в игре про аборигенов, про лес, про траву? Какого хера здесь все цветет, растет, там снег? Ну это вот как-то, как по мне, так это бредятина полнейшая. Это, вот зачем это надо было? Это вот из разряда нам нечего было добавить, поэтому добавили какую-то херню. И я, в принципе, согласен с этим изречением, которое я только что сам, естественно, выдвинул, поэтому, ну и ладно. А исправленная проблема нет. Новая декорация в мире кучи трупов в шестой пещере. Исправлены проблемы с переключением ручного и автозаполнения при строительстве пола. Вызвало неправильные значки. Список пассажиров теперь не будет браться в руки во время боя. Исправлено неправильное содержимое кастрюли в инвентаре. Исправлены проблемы с освещением книги при ее открытии. Я пещеру пропустил? Нет, при ее открытии. А, зубы больше не будут вылетать из аборигенов во время их ударов. Это прикольно, да, аборигены? Я этого не видел, но как бы, да, ты понимаешь, о чем идет речь. Абориген на тебя замахивается, бьет тебя, короче, дубиной там рукой, в это время плюется в себя вылетевшими зубами. Вот это охеренная картина. Он тебя пытается, наверное, добить или пустить тебе пыль в глаза, или как это будет называться, пустить тебе зубы в глаза, чтобы ты просто прям, как так, что происходит, где абориген? И он тебя в это время убил. Это очень хитрый маневр, на самом деле. Это, опять-таки, не косяк, это хитрейший маневр от аборигенов. А, так. Исправлены проблемы с размещением... Что происходит? С размещением металлических сидений в самолете. Я хрен ее знает, где эта пещера, если честно. Я ее не видел. Исправлена ошибка, когда мутанты застревали в воздухе, когда прыгали с потолка. Исправлена проблема с затемнением кожи, что делало нашу кожу черной. Исправлено, когда аборигены не обращали на вас внимания никакого, если они ели труп. Ну а чё бы нет-то, они уже нашли еду, зачем им новый труп? Чё им париться, нахрен-то надо? Жрут все спокойно и жрут, вот они что, ненасытные что ли? Сожрут и найдут потом, сейчас-то им зачем тебя искать? Тебя терять, не тебя. Нахрен вот это, я не понимаю. Я не... Серьезно, прикинь, одну жрут сидят, потом раз такой новый. Да представь, вот ты сидишь, короче, суп точишь, кто-то рядом с тобой проносит еще одну тарелку супа, ты бросаешь свой, кидаешься на новый чужой суп и начинаешь есть его. До того момента, пока кто-то не принесет другую тарелку рядом с тобой. Исправлены проблемы с размещением пользовательского тотема. Исправлена ошибка с исчезновением иконок после нажатия на Escape. Исправлена ошибка, в которой хранилище для камней после загрузки игры превращалось в хранилище для палок. Исправлена ошибка с выбрасыванием костей из инвентаря, в которой после выбрасывания этих костей все равно они отображались в количестве и показывали количество 0. Ну а чё бы нет, они просто отобразились, как бы, и говорят, нас ноль, нас нет. Но мы у тебя были, помни об этом, как о хороших днях своей жизни. Когда-то у тебя были кости, сейчас хер. Исправлена ошибка, которая иконка поднятия не отображалась на оружии аборигенов. Исправлена ошибка, которая аборигены бегали со старыми моделями оружия. Исправлена, когда проект постройки вращался сам по себе. Может быть, где-то здесь будет вход в пещеру, почему бы нет, может быть, вон там. Хотя хрен его знает. Я даже не знаю, какой вход-то искать, хоть бы, я не знаю, картинку, что ли, кинули. А то иди, 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 иди. Так можно миллион раз идти, если учесть то, что я, в принципе... Что такое? Что-то сожрал. Я думал, он хочет залезть сюда. Я, в принципе, посмотрел бы, как выглядит вход, если бы там было написано что-то по-другому. Потому что написано было «иди по прямой». Я думал, там до сих пор такая тоненькая тропка, никуда не свернешь, а там очень широкая поляна, поэтому можно было пойти в неправильное направление. Зато погуляем по зимнему лесу, чего бы нет-то. А, красота же. Убери топор. Как убрать топор? А как его убрать? Я хрен. Я хотел эти елки сфоткать на превьюшку, чего бы нет-то. Ворона? Да ладно! А, бессмертная ворона? Нет, смертная. И кусок мяса еще дали. Ни хрена себе ворона, когда их добавили... Я что-то это проморгал. Ну ладно, зимний остров смотрится неплохо, но все-таки он бредовый сам по себе. Просто вот свое существование он никоим образом не оправдывает, но пусть будет на превьюшке зимние места. Я сейчас, где тут, как тут,
Так вот, тут я. Тут я вот так вот. Исправлена ошибка с исчезновением иконок после нажатия Escape, это было. Исправлена ошибка, которая иконка поднятия, это было. Это тоже было. Это тоже было. Исправлена ошибка, когда посаженные растения мигали до тех пор, пока не вырастут. Исправлена ошибка, которую аборигены не могли разбивать сталагмиты. Блин, где этот странный вход? Где эта гребаная пещера? Где все это находится? Надо будет к следующему выпуску все-таки найти ее прям самому и потом уже тупо начинать. Потому что с такими подсказками, я думаю, никогда в жизни мы ее найдем. Иди, говорит, по прямой. Иди по прямой, никуда не сворачивай. Замечательно. Так можно вообще в конец карты уйти и не свернуть никуда и ничего не найти. Прочее. В настройке добавлена функция «Восстановить все настройки по умолчанию». В настройке добавлена функция «Voice Count». Должна помочь игрокам, у которых проблемы со звуком. Каким образом? Voice Count. Что это значит вообще? Исправление в 038B. Исправлена ошибка, которую оружие аборигенов булава клонировалось при поднятии. Исправлена ошибка, когда деревянная дверь не ремонтировалась, не меняла внешний вид на целую после ремонта. Исправлены отсутствующие ящики в пещерах. Исправлены некоторые ящики, которые нельзя было разбить. Теперь у них будет лежать ткань. Новые текстуры, модель ткани в ящиках, чемоданах. И, собственно, все. Перевод Дмитрий Кобельнюк, редактор Анастасия Полосина. Опять-таки, эти люди, которые это все переводят, но я пока что чуть-чуть не понимаю, зачем. Все-таки обновление в Форесте бывает, конечно, знаешь, вот среди кучи текста, среди чего-то вот этих вот слов непонятных, понятных, но бесполезных, иногда проскакивает что-то полезное, иногда проскакивает что-то нужное. Вот, например, сегодня я заметил загрузку, точнее, сохранение палаты, сохранительные палатки в пещерах, которые призваны дать удобство посещения этих самых пещер. Это очень сильно облегчит, на самом деле, посещение их пещер, я имею в виду. То есть не надо будет париться, не надо будет запоминать маршрут. Ух, у меня на тени даже ботинки отображаются. Не надо будет этим особо заниматься. То есть ты понимаешь, что у тебя в пещере было сохранение. Ты запомнил примерный маршрут. Если надо, пошел по нему. Не надо, пошел по другому. Нашел еще палатку, сохранился в другой слот. И вот, знаешь, это все становится гораздо проще. Но это, естественно, для новичков, для тех, кто пещеры знает наизусть. Эти палатки, по идее, нахер не нужны. Не тот, кто давно играет в Форест, он вряд ли здесь вообще когда-то сможет помереть. Потому что помереть в Форесте очень-очень сложно. Если ты просто в напрямую не хочешь этого сделать, ты хрен помрешь. Это закон. Поэтому не знаю. В Форесте много всего бредового, на самом деле, на текущий момент. Даже вот эти бегущие голые ребята не мерзнущие, это тоже как-то не очень. А это что за болото? Прикинь, натуре, что за болото такое? Вот так вот, да? Посреди ледяного леса, посреди снегов, посреди всего этого черное болото. Просто черное болото. Хер его поймешь, что это такое. У меня есть акваланг? Я не могу его взять. Просто вот что это? Почему это не замерзшее? Я вот не здесь, серьезно, я этого не понимаю. Очень много несостыковок, очень много каких-то бредовых задумок, идей. Или как это объяснить, хрен его знает. Не объясняется это никак. У меня есть ребризер? Есть, конечно. Ну-ка. Ты надел его? Во. Нет, это просто, короче, обычная херь. Обычный какой-то пруд. Ладно, давайте здесь мы останемся, собственно. Будем ждать следующего обновления. Оно потом выйдет опять-таки, хрен пойми, с каким опозданием. Потому что они бесполезны, для них не хватает времени. И когда вот появляется время, тогда они выходят. Найдем, попробуем вход в пещеру, может что-нибудь получится. Ссылка на плейлист с остальными в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте. Ставьте лайки, смотрите следующие серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.